А вот. Не, ну на вертолете можно летать, в принципе. Просто у него сейчас. Он в бета-версии, и у него колбасня такая, знаешь, он в пространстве прыгает. На косой обдувке. Ой, на переходном режиме. Слушай, а они это, вот патчи выпускают исправления, они как ставятся? Без проблем? Отдельным файлом качаются или... Обновление. Как в Steam? Или как в Steam? Ты просто запускаешь игру, обновление качается. Ага, ага, понял. Она сама останавливается в нужную папку, да? Да. В нужное место. Я понял. Это самое... Олег, смотри. Ау. Значит, сколько там, 330 у нас ветер. Ветер с курса 150, скорость ветра 15 метров в секунду, турбулентность 2,5 метров в секунду, и облака на высоте 300 метров. То есть, если я сейчас справа ухожу, ветер мне справа будет в бочину прям дуть, да? Да, да. Да. Ну ты, в смысле, если взлетаешь, тебе справа будет, да. То есть, ну вот я сейчас стою спереди. Сразу, 140 у меня нос. Сейчас я на полосу выруливаю, у меня будет справа будет сразу ветер дует. Да, 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 да. Сейчас я поклеюсь. Тебе не надо, ты читер. Ой, что-то у меня тут дождик уже залил, короче. Надо закрывать купол, блядь. Да-да-да. А то скажешь еще, что обоссался. Вертолетик-то упакованный. В смысле? В смысле... Люди помощи сидят, пулеметчик, лебедочка. На лебедке нету. А что это? Пулеметчики. Около левого заднего. Это точки подвески для вооружения. А там я что-то не вижу, круглое какое-то. Ну если нет там, подвески. Этого. Там миниганы вешаются, там такие крутящиеся пулеметы вешаются, мелкокалиберные. А они управляются с помощью гироскопического прицела. В этом, в кабине с левого этого, с левой позиции. И они крутятся, они, знаешь, до 90 градусов могут поворачиваться. Вверх, вниз, влево, вправо. Да-да-да, скорострельные очень, очень скорострельные, прям вообще. И еще на него нурсы вешаются, неуправляемые ракеты. Короче, я так, насколько помню, у нас аналога Хьюи нету, да, в армии? Ну как, Ми-8. Да, но у него нет такого вооружения. Да, у него еще круче вооружение, у МТВ-2. Там такое на него вешается. Ой, господи, стой. Вау! Ты резко дал ручку. Тебя подняло, все правильно. Ага. Ну, взлетел, молодец. Теперь осталось только сесть, что. А, и это самое. Тут экстремальный пилотаж, это сделать петлю. Потому что 300 метров не уложишься. Какая меня задает тут? Да. Он с боком летит. Ну, можно против ветра встать. По-моему, в реале винтовые взлетают против ветра, да, и посадка и взлет. Да, но видишь, аэродром, он хоть и строится с учетом всех этих ветров, но в основном все аэродромы строятся. Да-да-да. Но ведь может быть все-таки боковой ветер, и тогда посадки с боковым ветром. Ну, в современных самолетах с этим проблем нет, вот даже в штормовой. Жесткий, жесточайший ветер при нулевой видимости, они нормально садятся. Посадка по приборам, да. Прикольные облака, да. Вообще ничего не видать. Как тут петлю сделать? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Сейчас врежешься.
Там же горы. Ага. Не, петлю здесь вообще нереально, слишком низко облаками. А надо попробовать. Да, ну ты чё, я не выйду, я сразу. А ты попробуй, ты же. Смотри, Серега, направо. Ага. Не, ну таскает нереально, конечно, блин. Да я отсюда вижу, что. Ну да, да. Нос большой. Вертушки это офигенно. Вертушки это песня. Ладно, захожусь на пол, сейчас петлю буду делать. Давай, давай. Я сейчас прогреюсь, тоже алгашом самого. С шариком. С шариком полный капздец, блядь. Сносит конкретно. За ролики. Мяско на коляске, блядь. Ой, как сносит, ой, как сносит, ой, как сносит. Ты над полосой будешь проходить? Да, 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 сейчас он полосой. А, вижу, вижу, вижу. Сносит, сносит, сносит. И... С запасом скорость держи. Ага, давай. Поехали. Шарик. Шарик, не уходи. Шарик будь со мной. Шарик, куда поехал? Шарик, будь со мной. Высота. Высота. Где-то там. Да я даже на мышке, на мышке приблизить, я тебя не вижу. Ровно крылья, шарик в центре. Опачки! Ну я снесло, но я вышел вообще четко, смотрите. Да, круто, молодец. Ну, скажем так, несколько километров от низкости. Да. От полосы. Так, ладно, сейчас самая интересная посадка. Давай, давай. Сейчас пойду. Да, чувствуется прям вообще, сносит прям вообще. Да. 15 метров в секунду, да? А 20 вообще бы конкретно было бы. Ну да, да. Вообще 15 это уже штормовая погода считается. А Хьюи для управления слишком чувствительным к педалям, да? Ну у него, знаешь, какая чувствительность? А, чуть-чуть дал, он сразу пошел за педалью. Но если резко дать, то он тупит. Вот смотри. А, понял, да. Смотри, вот я могу чуть-чуть давать в стороны. Он прям за педалью ходит, видишь, да? Да. До упора даю? С запозданием. Слушай, а там шаг винта, вот это все, это как работает? Тоже чувствительно все. То есть ручка управления двигателя, но... работает, да. Так, подходим. Сейчас, смотрим тут на... автомат. Сейчас, да. Так. Что-то я плохо захожу. Смотри на покойничка. Покойничек летит. Диспетчер, посадка. Не разрешаю, не разрешаю. Ты посмотри, что он делает. Да. Ой, блядь. Неужто... Ты что, на две хочешь сесть? С ума сошел? Сломает нахрен. Ой-ой-ой, нет, второй заход. На две не надо. Второй заход. Что-то вообще не подготовлен был. Пойду да, на второй заход. О, смотри. Смотри, какой четкий пацанчик. Не стал пытаться сесть да, на второй видно, заход. Что... Молодец. Видно, что кирдык будет. Видно, что жить хочет, да? Да. Да, молодец. Жить захочешь, не так раскорячишься, да? Да. Сейчас туда было к месту. Сзади смотришь, там расщеперился, блядь. Еще сносит, да. Так. Надо подальше зайти. То что-то я скорость нифига не держал.
Да, красота. Как вот эта фигура называется? Никак не называется? Скольжение. Да я по хотел кругу, воронку, так? Воронку сделать, но мне не хватило педали. Называется, да? Когда морда его не хватило педальки. Оп. А это что, разворот на горке? Да, это просто попытка. Попытка летать. Глядя на лыжи, они реально такие прочные, блин, а? Эти четыре стоечки. Ну, на самом деле, не такие уж они и прочные. Угу. Учитывая, как они садятся, блядь, вытираются. Ну, где наш? Лечу! Лечу! Меня сносит конкретно, прям вообще конкретно сносит. Тишина такая гробовая, блядь. Че музыку включить, блядь? Ну слушай, ты вот смотрю, это педальками не пользуешься вообще. Ну как не пользуешься? Вот меня уже сносит, но. Колесо повернуто. Колесо вывернуто, как бы. Пиздец. Прикол. Ну давай, давай. Сейчас на касание будет. Колесо, а, правда, сориентируется нормально. Вроде выравнивает. Надо на 3х сажать, на 3. Нормально, нормально. Сносит ветром, блин. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Я же говорил на 3, тормози, просто в тормоз. Да, я вижу, все нормально. Фу. Молодец. Фу, блин. Вообще супер. Вообще аж пропотел, короче. Рука потная вообще. Ой, блин. Фу, блин, нормально. Главное, ничего не поломал, все живое. Не, красавец вообще, надо же, даже на 2 сел, снесло, и ты еще не разбился, вообще супер. Ну тут, что это, тут тормоза помогают, да, сильно, когда зажимаешь, он сразу, ух, нормально застает так. Когда сильно заносит, тормоза в другую сторону жмешь, например, влево уносит, ну, да, ты знаешь, правый чик. Это, от этого может... может скапотировать самолет, то есть он может развернуться. А ну там и... чувствуешь же, вот что, чувствуешь же. Чувствуешь. Он если начнет переворачиваться, то его уже никак. Ну да, да. Там ни газ, ничего не помогает. Ну я, кстати, видел, он прямо перед посадкой двигатель отказал у чувака. Могу найти видюшку. И он так плюхнулся на мустанге. На таком же мустанге, как у нас, так забавно плюхнулся, там в какую-то горочку подскочил и тоже его развернуло, он почти перевернулся, скопотировал, но нет, цепанул немножко винтом по грунту и все, и встал. Но шасси, правда, подломал одну стойку, согнул. Прикольно, так панель трясется у мустанга. У меня, короче, экскурсия по аэродрому. Поехал кататься. Да, тем временем Тунгус взлетает. Взлетает, да? Так, ну-ка, я да. Остановлюсь, погляну на это дело. Красиво оторвался. Фару включил, что не видно, типа ему что-то? Ну а че мне попал? Вообще сносит, да, смотри. Вообще мне попа ушла. Мы на Яке компенсировали такой снос сначала элеронами, вот, а потом педалькой в процессе полета. Ну я тоже сейчас пока взлетал. А, ты в процессе полета. А ну все, давай, Серега, я сейчас это там выжишь. Заруливаю на стоянку и смотрю, как ты сажаешь.
Давай, я сейчас Ты как не раз забудь, что тут подсчет это отдам. видео снимается, да? Ты ответственность понимаешь, да? Да. Все стримится. Все, не шуточки, мне не труля тебе. Так что соберись. Сейчас я тоже попробую. Давай. Нам тебя только в небе не хватало, без тебя тяжело. Нет, тут ветер сильнее, а вот сейчас. когда, Андрюх, это А компания, сколько? да? 15 метров, да, сейчас? Да, 15. А вот 15 когда метров компанию секунды. проходишь на Мустанге, там поменьше ветер. Там это. Там и турбулентность меньше. Там в щадящем режиме. Да, и там таких облаков нету. Пипец, меня колбасит. Пипец, вертолет так колбасит, вы себе не представляете. У меня вот до сих пор вибрация. Я рядом с тобой стою справа. А я вижу. Так, что там видишь где-то? меня это качает немножко? Да, пока да, еще. да, да. Вот, это от того, что ветер, он тут как бы у этого вертолета, когда он разгоняется, у него процесс переходной есть косой обдувки на осевую, с осевой на косую, когда разгоняется, и наоборот, с косой на осевую, когда это когда тормозит. Вот. И вот у меня этот процесс во время... О, Серега сажает. Так, 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 так. Так, далее. Чтобы сильно подруг это не мялко. Не, тебя сносит вообще. Ты старайся держать, Серега. Вот тебя сносит, а ты старайся держать нос да. правее. Тебя уже снесло, ты уже херово сядешь. Да не, выровняй. Не, его сильно снесло, понимаешь, он сейчас будет доворачивать до него наоборот. А там же как? Смотри, Андрюх. Короче, не говори под руку. Ладно. Нормально, нормально, он сейчас выровняется, он уже практически на глиссаде. Ну, все, на глиссаде. Теперь главное, смотри, чтобы тебя не унесло влево. Но перед касанием надо будет убрать скольжение. Никаких козлов быть не должно. Ё-моё. О, нет, но тут педальки, тут ничего не сделаешь. Колеса, не по-моему, она пробил то все, да? Да пробил какие колеса все, там вообще, да. Стойки, наверное, все поломало. Нет. Винт. На качалочке я не сяду в такую погоду. Ну за качалочку я ничего не могу сказать, но на 200 я бы сел. 200 это не то, ты что? Не, я говорю, за качалку 200? Я не знаю, я бы на 200 сел. Ты к чему там? Я не знаю, как ее настроить, по-другому. Слишком вяло ее тоже нельзя рули направление делать. Да, не надо, не стоит. Так, теперь моя очередь. Пробовать сейчас закрою сразу фонарь, что-то, блин, ого, мокро очень. Фига, у меня тут на борту сколько сбитых. А я не видел. Столько крестов. Да кто столько намалевал, блин? Скин рисовал такой. Прикольно. У тебя Big Beautiful Doll. Короче, куколка просто. Да? Так, что тут у нас? Так, а фара у нас... Это какая? Фара включить, я уже не помню, какой это у нас. Слева там тумблер. Слева?
Слева, да. А где слева? Я что-то не... Я но думал справа, по рядом с инструкции... ножками, нет? Нет, но по инструкции не положено включать фару посадочную на земле. А, что с тобой, Серега? Да что-то я опять вот не клацнул. А. Курсор какой-то, блин, неправильный. Что творится? Звук такой уматный. Так, что-то у меня неправильно, что ли? А, это К-50 выбираю, блин. Смотри, что-то заставка не такая. Тут еще по самолетам не надо выбирать. А их тут всего немного. Раз, два, три, четыре, пять. А гни так классно сделали, а ножки, да, вообще-то прикольно смотрится. Да. Кстати говоря, это еще легко взлетать с этого направления. Надо будет потом попробовать с того. С той стороны полосы. Почему? Сейчас тогда я сяду такую и потом. Так, поеду с того туда. Будет правильно взлетать. Вот именно с того-то нет. И надо будет требовать, как нет. С этого, ну, с того там ветер в жопу. Некоторая составляющая ветра. Когда ветер в жопу, то ему сложнее летать с самолетом. Сейчас то есть и... Посмотрим, мы сейчас заходим на посадку с вот со хвоста, как ты сейчас по разговору. Короче, ты получил, смотри, правильно? На свой и самолет. Будешь взад... Да, да, да. Смотри и на свой будет... самолет. У него направление 140 почти что. А ветер дует 150. Считай, что ты почти против ветра стоишь. Ой, поэтому блин, видишь, меня... откуда ветер? Температура тут уже. Я обороты не выставил. Так, ну что, я погрелся. Ой, что-то у меня температура, да, и правда. Кирдык моей движки, короче, у меня все. Ладно, я взлетаю. Приходится летать. Да у меня тоже, кстати, что-то это самое. Температура пошла. Походу. Завихрения какие-то и друзья попадают. Так если он ветер взад будет, конечно он отдувает наоборот весь напор воздуха против винта. А ведь порывы изменяются или постоянно будет одна сторона? Нифига я взлетел, блин, я не успел на дух выставить еще полный. Он у меня уже оторвался. Сейчас сносит конкретно. Да. Да я уж вижу. Сейчас сядем с той стороны. А если, если, а кстати если говоря, Андрюха, если движку заглушить, температура что, быстро упадет или вообще уже? Ну упадет, но не очень быстро. У меня скорость сейчас всего лишь, ну, 400 с чем-то по прибору, а я лечу на 500, даже более. То есть, когда по ветру пролетаешь над аэродромом, то скорость кажется больше. А когда против, ну, само собой. Да, очевидно, все понятно. Не знаю, кто такой капитан очевидность, но ты сказал правильную вещь.
Ну да, да, вот капитан очевидности, он говорит как раз правильные вещи. Я прикол. Ага. Так, усажусь чем. Ну давай. Короче, вся команда спасателей там, там эмергенции, блядь, там скорая, короче, все ушли на обед. Конечно. Так что. Все знают, кто летает. Да. Типа убьется, да нихуя с него. Они сразу, а кто летает? А, да ЦМЕ будут. А, ну мы пошли на обед, все равно все нормально. Да, что там? У нас ТМФ это что обозначает? Да ничего тебя. Газу труба как типа ладно. Это ты просто от тебя. Ну я может думал, может сквад такой. Сквад у него есть. Сквад, сквад есть. Это сквад? Его сквад. Да. Ес, ты что, ес не знаешь? Нет, ЕСов знаю. Я летаю на. Андрюха, ты с какого вообще в ЕСа? С самого начала? Просто я тебе не видел почти ЕС. Сначала мы с ними сначала летали, но у нас был сквад СД, вот такой у нас внутри, как сказать, локальный сквад по нашему району. А у вас ЕС как правильно читается, ник ЕФ или ИФ? ЭФ? ЕФ? Есть такой? Вот это посадка, блядь. Да. Не то, что мы тут скачем, как с Айгакина. Играл, как чётенько завернул, педальками подрулил, и все ништяк стало. Но... Плавненько, блин. А куда я с этой скачалкой? Ну, чё, блядь. Пальцами так за газу надо смотреть. Пальцами не вывернешь. Ладно, допробуем. Вот у меня не получается держать курс хреном. Ну, мне кажется, при таком направлении удержание невозможно. Ну ладно, фигня. Попробую вот с другой стороны сесть. Что-то с этой стороны, на самом деле, у меня получилось не так хорошо, как я хотел. Я немножко подпрыгнул. Супер получилось, ты чё? По-моему, тоже. Да вот у меня... лучше, то конечно. У меня на канале на ютубе есть тоже с 15 метров в секунду посадки. Вот, и там можно посмотреть, я прям вообще идеально прилаживал самолет пару раз. Просто. Просто вообще красава была. Так, ты заходи сейчас будешь, а то я взлетаю. Я захожу. Взлетаю, взлетаю. Я в самом начале полосы сяду с той стороны. Один взлетает, другой садится. Тихо. Вообще суперно. Отлично, все нормально. Вон диспетчер вообще разрулил. Да. Ну а теперь самое сложное — взлететь в этом направлении. Почему в этом направлении сложно? Сейчас увидишь. Винт соответствует направлению. А, потому что винт, да, потому что крутится в эту сторону. Он влево, да. Блять. А, ну, сука. Понятно, да. Понятно. Да он, понимаешь, он неуправляемо, это самое. Он не, становится неуправляемый, его резко вправо сносит, и он делает какую-то хуету, блять. Да не.
Ну да, тебя вообще сразу повело, блин. Ой, я прям это сел в том же месте. В смысле, горю в том же месте, где я появился. Так, сейчас. Ага. Это как раз один из тех взлетов, которые сделать, ну, практически невозможно, когда вот такая херня. Я помню, я, наверное, самолетов 50 убил, пытаясь взлететь так. Вот, и, короче говоря, понял, что взлететь можно только если взлетать с трех точек. Ни в коем случае не с двух. Что-то высота большая. Ты на рулежку, что ли, садишься? Да? Он заходит, типа, по-своему, блядь. У него свой интерес, короче. Он боком решил сесть, боком, короче. Дал 45 градусов полоса, но 45 градусов полоса от него. Сейчас он сделает хитрый маневр. Оп, и он уже сажает. Не получится, уходи на дорогу. Да, тебе сейчас несет конкретно. Ой, все, пиздец. Давай педальку. Ой, бля. Мама. Ой, как поехал кувыркаться. Ой, бля. Бабах. Слушай, ну нормально же выровнял. Почему так снесло-то? Ты летел. Скорость нормальная была. Вправо. Ты вправо летел. Ты не вдоль полосы был. Как вправо, я над самой полосой выровнял, выровнял метров и вправо полетел. Да? Выровнял и вправо полетел. Ну конечно, а я этого не заметил. Не видел, что ли? О, ничего себе. Вон нет, там вообще в зеленку улетел. Я как раз педальку дал вправо и четко выровнял, и уже катился, по-моему, выровнял, первое касание. Выровнял. Но, ну, видишь, первое касание было окозление. Не будет это. Не смогу я так сесть, мне кажется. Да не, ну почему? Без педалей. Ну выровнять ты, у тебя получилось? Получилось. У тебя друг в другом ошибка. Ну это я... Так, а это чья тушка тут лежит? Моя. Ты аккуратно падаешь в одном месте. В прошлый раз у тебя взорвался самолет именно там. Да-да-да. Ну в прошлый раз он взорвался по вине каких-то... непонятных багов. Вот. А в этот раз я все-таки его разъебашил. Самолет. Так, а это кто самолет бросил посередине рулежки, блядь? Забрать, ну, угадай. Ключи. Забрать ключи, блядь. Он аккуратно стоит, никому не мешает. Вечным дежурным в столовой, блядь. Чё тут у нас? Ладно, учитывая, что это мои полеты вообще, блядь. Третий раз в кабине сижу. Непростительно. Не то, что вам. Так, ну что, надо попробовать еще раз. Так, ну я поехал. Давай. А ты одними элеронами сейчас удерживал, да, когда взлетел? По-моему, педали даже не работал. Да не, педалька мне постоянно приходится работать. Да? Потому что, да, возникает еще гироскопический момент, и поэтому приходится компенсироваться. Мне просто визуально снаружи не видно этого. Когда разгоняешься, видно, что руль направления. Ну-ка, вот сейчас педали поработай, Андрюх, поработай. Ага, можешь, нет, видишь, видно, видеть, как руль направления работает. Угу.
вот я вообще прям его притерну. И на какой скорости ты сел? Ну вот на сотню он касается, где-то на 120-130 я убираю на выравнивание газ. Вот. Сейчас надо будет теперь попробовать еще раз взлететь с этого направления. Но смотрите, я сейчас буду взлетать по той методике, которую я тогда, убившись кучу раз, придумал. Вообще запрещено взлетать на таких самолетах, как потом я выяснил. Запрещено взлетать с ветром в жопу. А у меня ветер сейчас вообще в такую жопу, что еще и сбоку, поэтому надо будет мне сейчас оторваться как-то успеть до того, как он меня навернет влево. Блин, а что-то у меня соскочил. Компас по-дурацки работает. Компас здесь с такой ошибкой, пипец вообще. Так, ладно. Ну что, пробую. Там никто не выезжает? Ага, все, пробую. Вот, вообще. трех точек вышло. Ну, короче, попробуйте сами. Это я пробовал кучу раз, но, правда, в предыдущих версиях. Вот, и это практически нереально. Надо закрылки обязательно убирать, закрылками вообще взлететь нереально. Просто вообще нереально. То есть, как бы ты ни пытался, это нереально. Вот, и потом... Потом еще условие, то что надо с трех точек, надо на полном газу обязательно, чтобы обдувался руль направления. Вот, короче, там условий пипец. Она обычно подпрыгивает на скорость, потому что там амортизатора нет. Так вот, а именно на выдерживании, когда ты в метре от земли оказываешься, вот именно тогда ты выравниваешь самолет. То есть убираешь скольжение. До этого момента, если ты будешь делать в такую погоду, то тебя вот так вот снесет, видишь, ты все время в одном и том же месте падаешь. Ну да, у меня в этом плане талант. А, закрылки убери, Олег. Ой, блин, ё-моё, я забыл про них. Все, тормози. Так и знал, доверяешь ему технику. А он, бля, гробит ее пачками. Ну теперь смотри, Олег, теперь пробуй в ту сторону взлететь. А, да, точно, давай. Тебе разбега хватит. Так, чувствую, мне надо готовиться выбегать из самолета. Да? Зовите там всех пожарников там, блядь, врачей на. Всех позвали. Тут даже доктор Айболит стоит с кардиостимулятором. Да? Он настроил свой кардиостимулятор на максимум. Да. Чтобы с одного раза. И как бы. Это бешеное сердце. Смотри, сейчас еще взлетит. Давай, Лёлик, давай. О, молодец. Блять, 2 метра до конца полосы. Не, нормально, молодец, летел ведь. Да. Только таким но боком летит. Это, ну хотя не нормально. Вообще сносит. Да по такую погоду вообще ненормально летать. Люди собаку не выпускают на улицу. А то мы летаем. Не, снос, конечно, адский. Угу. Ты да, реально там никогда не летал, Икс? Не, ты ж уже спрашивал. А, не, вроде не спрашивал. Короче, тебе нужно на реальном полетать. Да я спрашивал, да? У нас тут, короче, в Хабаровске 150 тысяч обучения на Як-52, на Як-52, да. А, ну так это, наверное, полное обучение. Да, а да, если да, приезжать... курс. А если приезжать, полеты брать по одному 3000. Полету? 3000, это еще хорошо. У нас вон, блин, 200 рублей минута, 20 минут, 6 косарей. Ой, что я говорю. 4... Стоп. Нет, 3000 у нас, а, 20, ну да, минут, да, что-то такое.
Ну, мне Кузьмич говорил, я точно сам не спрашиваю, мне Кузьмич говорил, потому что он там занимается парашютным спортом. Там. Понятно. Даже его там прокатили на Як-52. На ну, с пилотажиком? Ну, короче, рассказывал, как он, короче, прыгал с парашютом и уговорил, короче, летчика на Ан-2, короче, полетать сквозь облака. Короче, приземлились, пиздели, получили оба. Там, оказывается, нельзя летать же в облаках, короче. Пиздец. Огребли там по полной, блядь. Наверное, в холодную погоду летали там, обледенение. Ну, там такие облака, такие, знаешь, такие, блин, такие уматные, такие здоровые такие, блядь, грозовые такие. Так красиво смотрелись на. Мне отец рассказывал. В эту сторону. А, давай, сажай, да. Так, ну ладно, ты сади, а я пойду с другой стороны объеду. Короче, у меня отец рассказывал, говорит. Говорит, летал один раз, видит перед посадкой. Облачко видит кучевое. Говорит, разбужу-ка я пассажиров. И под ним, под этим облачком, пролетает, так немножко задевает его. И там вертикальные потоки, их из этого потрясывает. И вот он потряс разок, потряс во втором облаке, а в третьем облаке их ебануло этим самым молнией. Вот. Ну а че не разрядка, блядь? Да, выбила радиостанцию. В одноклассниках, короче. Че ты с газом посадишься? Ой, убирай вправо, блядь! Ой, блядь, пиздец! Не, я просто на паузу заходил так стрёмно вообще с другой, блин, как ты это, блин. Неровно, блядь. Господи, коснуться надо. Как ты педаль направо не дал? А ты, кстати, слышал, в какой момент педаль вправо? Когда уже подскочил или до этого? Да я уже не понял. Да и все неправильно, я заходил на полосу неправильно. Ты как Серега, блядь. Если я тебе что-то ору, потому что, блин, это реально фатально. Если бы ты дал педальку вправо в тот момент, когда я тебе сказал, хотя бы наполовину, ты бы коснулся нормально. То есть надо выравнивать, да, его конкретно? Конечно, но ты это самое. Естественно. Блин, не видели? Я, по-моему, скидывал. Естественно. По 20 раз одно и то же объяснение. Никак понять не может. Ну вообще, не пил голод. Сейчас еще раз. Ага. Конечно, еще раз. Надо загадить, блядь, серые убитыми самолетами. Серые эффектами этими всеми. Во, вот, смотрите. Чтоб он завис. Сейчас. Квадрат, иди. Первый раз вот купил. Естественно. Я не могу оттащусь от этого чувака. Ну, короче, смотрите ссылку. Ага. Вот я даже на кнопочке нажимаю тормоз, он не поворачивает плавно. А вы на педальках, блин, поворачиваете. Ровно, ты знаешь? Ты знаешь, я думаю, я бы также и на этом поворачивал. На клавиатуре. Там просто, ну я обычно торможу чуть ли не в пол и постоянно нажимаю. Нет, ага, такого, что я нажал, да, ступенчато. То есть я никогда не торможу, зажал и жду. Так. Ну попробуем сейчас. А, ты садишься, да? Нет, я взлетать буду наоборот. А, ты взлетаешь? И я взлетаю. Да. Я на встречу тебе буду летать, например. Да, кстати, ступенчато. Сильно немножко подучиться.
потренироваться, то можно будет. Летать. Так, вы молодцы, друг на друга прямо взлетаете. Давай сначала взлетит. Давай сначала Серега взлетит. Я уже взлечу, да. Ой, Олег, в смысле, взлетит, он уже вот. А, ну ладно, уже давай. Взлетопадает. Все, да, он взлетает. Пошел. Отлично, его ветер сдул. Да. Ну, теперь он не мешать не будет. Да, да. Ох, нифига себе. Вот он оттормозит. Ну все. Блять, как занесло воронку уже и потащило, и уже, по-моему, изменять ничего было. Да. Так, а что такое, почему? Конкретно сносит. Так, а почему меня в брифинг не выводит? Брифинг, ты еще живой? Эскей нажми. Мне надо самоубиться? Нет, тебе нужно просто поменять самолет, потом встать обратно. Ага, ну вот или я... в зрителей обратно. Смотрю, что надо другого что-то выбрать, да, вот так вот, наверное. Да, блин, блинский. Опять я, короче, захожу неправильно, ё-моё, блин. Нет, короче, опять что-то не то. Да все нормально, выровняться успеешь, полоса большая. Ты, главное, не забывай, что когда ты убираешь полностью, полностью надув, убираешь на выравнивание... Нет, сейчас уже не получится. Тебе надо в левую часть полосы уйти. И выровняться, выровняться. Вот дал педаль, педаль вправо, ёпта, вправо. Дал, ёпта, дал, дал педаль вправо. Вот, всё. Давай на себя право, еще вправо. Да ё, он не едет, сука. Вот, вот, молодец, молодец, на себя ручку, ёпта. Да я тяну. Я, короче, чтобы он у меня вправо не ушел, зажимаю левую педаль тормоза, чтобы он ушел влево, блядь. И он давай клювать, сука, я его тяну, давай, поднимайся, он, блядь, не хочет. Ну хоть так, блядь. У меня же руль направления оторвало, прикинь. Когда я жопой ударился, да? Да, походу колесо сломал заднее и руль направления отломал. Короче, ну да, получается, короче, что надо это педальку конкретно вправо, чтобы он вообще. Да, 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 да. И ручку на себя тянуть как можно раньше. Ты прям должен с ручкой на себя практически коснуться и так и ехать. Ну тут надо смотреть, чтобы скорость была маленькая, чтобы не козлануть. Но ручку на себя это прям вообще, чтобы прилипнуть, особенно жопой прилипнуть к земле. А то его, видишь, сносит очень жестко.